В целом, я думаю, чемпионат провели мы нормально. Не считая вот этих вот двух игр с Шахтером и с Карпатами в кубке. У нас была задача выйти через кубок в Еврозону. А так, в последнее время настроение у всех хорошее, потому что показываем хороший результат, хорошую игру. Вот ждем последней игры. Думаю, надеемся, что будет полный стадион, и чтобы порадовать болельщиков в последней игре. Играли большую часть на «Спартаке», да, после этого перешли на этот суперстадион. Насколько вот со стороны футболиста лучше играть, да, вот на этом стадионе? Может быть, какая-то дополнительная мотивация, может быть, как из телевизора, да? Вот. Да, конечно, «Спартак» 5 тысяч, тут 35, грубо говоря. Полный стадион собирается, атмосфера великолепная, трибуны гонят. Ну и так получается, что... Ну, отлично, мне нравится. Забиваешь пенальти регулярно, кому посвящаешь голы, есть какая-то тема? Родным своим, близким, болельщикам. Так пока. И тут вот спрашивали, где будут отпуск проводить ребята, там, ты будешь куда-то выезжать или вот в Одессе? Фу, не думаю куда-то ехать, думаю провести с родными, с девушкой, с любимой. Может быть, на недельку, может быть, куда-то поедем и съездим. В Комарово. Не знаю, надо смотреть.